Honor 8a несу на ремонт. Ребят, всем привет. Сегодня у нас небольшая проблема со смартфоном Honor 8a. А проблема именно состоит в том, что телефон был сброшен, а соответственно от Google аккаунта никто не помнит данных. И соответственно в связи с безопасностью Google он нас дальше не пустит пользоваться телефоном. Что-то нужно с этим делать. А именно сегодня мы обойдем Google аккаунт. Выход у нас будет с помощью перепрошивки. И также посмотрите, какая модель, чтобы не было потом вопросов. Ну и приступим. Выключаем смартфон. Ребят, телефон открывать сложновато, просто от экрана прям сразу не отклеиваем здесь корпус, а именно от экрана сразу открываем аккуратненько и не спеша, там шлейф. Снимать я это не буду, потому что очень тяжело, уж простите. Подел я там, где симка. Сначала достал разъем с симкой, а затем отсюда поддел пальцем и дальше вел именно ногтем. Можно чем-нибудь пластиковым, ну в общем сложно, не могу показывать, как я именно вот так провожу ногтем, и он снимается. Открываем корпус. Далее подготавливаем USB провод. Микро-USB. Вот. Он должен быть у нас с возможностью передачи медиафайлов. То есть не просто для зарядки. Обратите на это тоже внимание, иначе прошивка не удастся. Кстати, сразу не сказал, еще подготовить пинцетик. Положим его сюда же. Пока что никуда ничего не вставляем. Просто подготовили. Так, кладем вот в таком вот виде и идем к компьютеру. Значит, нам понадобится, во-первых, архивчик для Honor 8a со всем программным обеспечением необходимым. Архив с файлами будет по ссылочке в описании под этим роликом. Распаковываем его на рабочий стол, например, можно в корень диска C, ну, с рабочего стола тоже можно. Далее нам понадобится программа SP Flash Tool. Находим ее и запускаем. Ошибочка это пока ничего не значит, позже мы внесем необходимые файлы, и ошибка будет нам нипочем. Итак, в первый пункт мы вставляем следующий файлик, то есть у меня на рабочем столе Honor 8a, папка Files, далее вот такой вот файлик первый вставляем. Так, вторым пунктом переходим в папочку. Так, назад, файл. И первый файлик Android SCADA Fastboot. Далее нужно выбрать файл авторизации. Переходим в папочку. Опять назад, Honor 8a, файл. И первый. Так, далее здесь оставляем Download Only. Переходим во вкладку Формат. Здесь выбираем мануал, то есть вручную. И здесь нам нужно будет поменять адреса. Чтобы поменять адреса, также у нас есть в папочке готовый файлик. Соответственно, первый в первую, во второй во вторую. То есть BGIN формат и просто формат. Копируем. Вставляем также второй адрес. Копируем. Вставляем. Давайте еще раз пробежимся. Значит, во вкладке Download, то есть в основном меню прошивки, у нас вот эти три файлика, которые были у нас взяты из папки. Здесь вставляем Download Only. Во вкладке Формат просто меняем не автоформат, а Manual и вставляем наши адреса. Так, мы в принципе здесь можем нажать Start и переходим потом к телефону. Нужно кое-что донастроить и сделать. Теперь, что очень важно. У нас есть пинцет, есть скрытый телефон. Здесь есть маленький контактик. Смотрим, самый левый, самый верхний. Маленький, небольшой, а маленький, вот он. И его мы замыкаем на корпус пинцетом. То есть его и корпус. Во время замыкания, когда мы замкнули, не отпускаем. Вставляем сюда USB шнур для передачи медиафайлов. Здесь продолжаем держать, а программа в свою очередь начнет свою деятельность. То есть сейчас будем пробовать. Мы также не отпускаем пинцетик. Держим замкнутым, пока не прошьется телефон. Так, сразу что произошло? Произошла перепрошивка сразу моментально. То есть, по сути, все. Пускай. Можно отпускать. USB шнур можно выдергивать, программу можно закрывать. Маленький ремонтер. Сейчас отремонтировал телефон, в принципе, уже практически. Или кирпич сделал. Так, ну он включается, по крайней мере. То есть здесь у нас теперь появляется кнопочка «Пропустить» настройка Google аккаунта, что, в принципе, нам и нужно было. Пропускаем это все. Huawei ID. Ну, как видите, уже мы перешли позже, все позже. Никаких аккаунтов заводить сейчас не будем, чтобы показать.
Я думаю, что каждый разберется, как завести новый Google аккаунт, сделать почту, записать обязательно пароль, чтобы больше такого не повторилось с телефоном, конечно, если вы его не украли. Потому что вообще вся эта безопасность Google сделана для того, чтобы ваш телефон, когда украли, не могли им воспользоваться. Ну вот и все. Телефон снова работает. Вот такой вот обход.